Детская школа искусств Грязинского муниципального района совместно с администрацией района уже четвертый год подряд реализует уникальный проект «Открытый региональный конкурс музыкального искусства «Я музыкант». Это событие в профессиональном музыкальном сообществе привлекает внимание многих преподавателей и исполнителей нашего региона, а в этом году и всей России. Огромное число конкурсантов в этом году уже около 1000 человек, более 400 заявок в номинациях «Вокал», «Инструментальное исполнительство», «Высокопрофессиональный жюри». Вот что неизменно привлекает в нашем конкурсном мероприятии участников со всей России. В восторге. То есть настолько, начиная с организации, заканчивая приемом, заканчивая отношением и самим конкурсом, потому что уровень достаточно высокий и профессиональный. Очень большое количество участников в этом году, способные, очень талантливые ребятки, которые прям вот, ну, зажигают, реально сидишь, смотришь и поражаешься, какие способности они показывают. И сейчас вот уже на четвертом конкурсе довольно-таки высокий уровень наших ребят, наших талантов, маленьких, юных. Хорошая радует, что очень много заявок, что детки все стараются, и мы, конечно же, ко всем относимся лояльно. Трудолюбивый ученик всегда добьется и дойдет до своей цели. Приятно, что конкурс набирает обороты, и что он становится популярным не только у нас в области, он уже известен и у нас в России. В этом году уже представители зарубежных стран у нас здесь появились. Организация очень хорошая этого конкурса. Я так прослеживаю вот эту динамику. И это все очень приятное такое вот ощущение, что не стоим на месте, что все растет, растет. Обращаю на себя внимание, очень высокий общий уровень исполнительского мастерства конкурса. Как педагог-вокалист я хотела бы отметить высокий уровень таких номинаций, как академический вокал, академические ансамбли и хоры, а также эстрадный вокал. Я считаю, что для каждого ребенка очень важно участие в таких конкурсах, так как оно дает толчок и мотивацию к дальнейшему творческому развитию. Рад быть частью этого замечательного культурного события. Спасибо вам за то, что вы обратили внимание, и за то, как много участников в этом году, в этом замечательном конкурсе. Мы со стороны жюри стараемся сделать все, чтобы заметить ваш талант, чтобы подчеркнуть все ваши достоинства, все ваши удачные выступления. В жюри этого конкурса я уже второй раз. Видно, что конкурс повышает свой уровень, и сейчас уже расширяется география конкурса. Люди доверяют, люди знают, что здесь объективные оценки, и поэтому едут. Ежегодно в рамках проекта проводятся мастер-классы с ведущими преподавателями высших и средних профессиональных учебных заведений России. А в этом году реализован международный проект совместно с Детской музыкальной академией города Луисвилль, штат Кентукки, США. Благодаря серии открытых уроков и мастер-классов учащиеся академии знакомились с исполнительской культурой России. А воспитанники нашей школы имели уникальную возможность занятий с известным современным исполнителем и композитором, автором сборников фортепианных и вокальных миниатюр Юлии Камбаровой. Результатом плодотворного взаимного сотрудничества стало участие воспитанников Детской академии США в нашем конкурсе, где они показали отличный уровень исполнения классических фортепианных произведений, заняв призовые места.
Желаем расти, заниматься и не отчаиваться, если там не вошли даже, так сказать, в призеры, там, в лауреаты. Это такое дело возрастное, дети растут, а со временем некоторые играют лучше. А если они занимаются, им нравится. В основном детям должно нравиться. Если им нравится, то они тогда растут очень быстро и становятся хорошими музыкантами. Я всем ребятам желаю не сдаваться, идти до победы, идти до конца, ну и всегда заниматься, выполнять рекомендации преподавателя, посещать различные мастер-классы, смотреть других исполнителей. Ребятам хотелось бы, конечно, пожелать дальнейших творческих успехов, чтобы они стремились к лучшим высотам, приходили к этим целям, к своим, поступали дальше. Вот. А организаторам, конечно же, продолжение конкурса, чтобы он существовал дальше, перешел на более высокий уровень, на всероссийский уровень, потому что довольно-таки много участников в этом году с других регионов. Хотелось бы, конкурс жил, развивался и дальше существовал. 4-й региональный конкурс музыкального искусства успешно завершен. Да здравствует 5-й юбилейный открытый конкурс музыкального искусства «Я музыкант».